Всем привет, дорогие друзья, с вами Фандри, и сегодня я буду, точнее, сегодня будем делать обзор на Lucky Block Plural. И со мной сегодня кто? Я! Yeah! Да, сегодня у нас долгожданная серика со Словиком. Серика со Словиком? Серика со Словиком. Вот, и, кстати, мы решили оценивать каждый Lucky Block, мы сделаем, скорее всего, рубрику. Вот у нас выглядит этот Lucky Block, и мы будем оценивать по 10-бальной шкале. Mm-hmm. Насколько вы оцените? Ну, знаешь, такой это пикантный такой это гурман. А, вот смотрите, какие грани неровные, такие вот на пятерочку я бы оценил. Вот я тоже бы на пятерочку. Так, ну давайте, в принципе, я начну. Или вы хотите? Давайте уж, я уж тут почетный гость, гостям все. А, ну все давайте, хорош. Давайте. Вы тогда свой Lucky Block мне поставите. Ага, давайте. Повезло, ничего не скажешь. А, светло-серый этот листок. Как лист бумаги, ну давай. Сожри его. Мать твою за ногу, ты размерчик видел? Так, а, кстати, я забыл сказать, в конце у нас будет небольшой ПВП 1 на 1. О, ладно. Так, ну ладно, давай-ка. Давайте. Что? Как тебе это поможет? Это говночист, типа? Сколько? Секунду. Что творишь? Где мои вещи? Я сейчас, я забыл поставить. Тэпнись ко мне пока. Так, щас. На. Забирай. Вот. Вон лежат. Вот лаки-блоки твои лежат. Вот. Господи, а мясо ты свое что-то не забрал? Да иди уж все забирай, господи. Господи. Вот. Так. Ну я открывал, получается, ты теперь. Ну вот ты открыл, да, я смотрю. Давай-ка. Это что такое? А, я знаю, что такое. Так, ну ладно, давай-ка я. Потом скажу. Так, ну люди, мы официально заявляем, что мы прошли Майнкрафт 900 тысяч раз. Вот. Это коллекция наша. Да, коллекция. Нам ее просто уже девать некуда. Мы ее прям. А поставь блок на Эндер дракона блок. На Эндер яйцо. Lucky Block. Да и над шифтом поставь. Lucky Block на Эндер этого. С шифтом. Опа. Смотрите, сейчас что-то выпадет офигенское. Давай. А, стоять! Ты ж уже открывал. Ну ладно, скинь мне Lucky Block. Так вот. Серьезно? Опять ничего? Ладно, давай сюда. Я заранее свой поставлю, заранее вот так вот. Не взорви, пожалуйста, тут все. Ёперный театр. Опа. Подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, тут больше урон. Я этот очень хорошо... Фига себе, лопаточка. Так, ну-ка, сейчас я открою. Ты посмотри, что мне выпало. Вторая... Секундочку, на какой уровень она зачарована удачи? 43-й? А такой вообще есть? Есть. Тут 38-й уровень эффективности, если что. Так, ну ладно. Вот я ему сказал, не взорви, пожалуйста. Пошли в другую сторону. Давай тут. Ой, подожди, у меня что-то пролагивать начало жестко. У меня тоже что-то фризит. Вот это все из-за ваших взрывов. За моих? Ну а кто ж меня взорвал?
Так, вот, все, здесь уже не фризит вроде как. Давайте-ка. Так, я теперь, да? А, нет, я открывал, у меня лопата выпала. Давай ты. Не взорви только, пожалуйста. Да иди ты к черту! Ну-ка, дай-ка. Серьезно? Розовый листочек. Розовый листочек. Давай. Да иди ты нахрен, а? Сними их к чертовой бабушке. Это там тебе хреначит? Это меня уже убило. А ты возродись, может тебя... Снимите к чертовой бабушке эти носки какие-то вязаные. Сними их, реально, я сделать ничего не могу даже подойти. Мне молниями хренячит. Я снял. Так, ну-ка дай-ка я что-нибудь открою того. Смотри, мне сейчас такие же выпадут, смотри. Хрен тебе. Plural Magics? Вы что, смеетесь надо мной? Бляха, ничего не делают. Ну давай. Это что такое? Ну поставь. А, это верстак, может? Ну все. Просрал. Посмотри вокруг, пожалуйста. Ой. Ой. Давайте отбежим, так уж и быть. Подожди, подожди. Тут скелет пришел. Так, ну-ка пошли-ка. Ё-моё, они даже под водой. А вон, пошли на полянку, видим? Они даже еще там заспавнились. Кстати, есть даже... Вот у этой хрени даже анимация есть в руке. Ну, лопата, конечно, у меня... Вы на мой меч. У меня длиннее, чем твой меч, кстати. И толще. Не, у меня длиннее. Да что ты делаешь? О, давайте. Так, кто открывал? Ты или я? Не знаю. Я так, ботинки получил. Я открывал. У меня локи-блоки эти выпали. Ты теперь подожди. Ну давай. Давай, давай. Да иди ты к черту, а? Вот. Подожди, подожди, подожди. Ну где вы это вообще? А попробуй в курицу кинуть. Вон. Ну у курицы всего 4 хп. Так, ну дай-ка. Подожди. Если ты не побежишь, ты умрешь. Я бегу! Я бегу! Да меня убило уже! Это мне писали. Так, давай, ты теперь. А чё музыка не играет? О, алмазы. Не, ну вот вы посмотрите, мажор какой. Иври. О, сейчас мы ему... Вы смеетесь? Золото на алмазы, да? Вот вам ваше золотишко. Ай. Ну давай. Да вы пос... Так, спокойно. А, все нормально. Так, теперь я, дай-ка. Вы что, издеваетесь? Да ты... На, я тебе ее дарю, на. Давай. Я посмотрю хотя бы. Ёп! Ты размерчик видел? Подожди. Опа. А из этого алмазики выпадают. Ты посмотри, а. Так, ну ладно. Так, я теперь, да? Вот не дай бог. Прошептал. Привет, 3002.
Купидон мне прошептал. Ой. Да ты... Зачем ты открывать-то начал? Ну ладно. На, я тебе кину сейчас этот листочек туда. И чё? А, он не упал. Сейчас. Ну... Ой. И короче, пошли отсюда с этой полянки, чё ты вы, бабушки. Согласен. Так, давай вот здесь. Так, подожди, я сейчас. Давай я вот здесь. Это что такое? А, мне просто дали локи-блоков еще. Это типа... Ну ладно. Lucky Sprint Plural Edition. В чем прикол? Подожди. Кстати, я бить ничего не могу. Можешь. А, ты меня нет, только... Хотел попробовать, блин. Так, я теперь, да, теперь? Ну давай вот я прям под этим. А я не могу. Ладно, давай я. Что это? Плюра оп бокс. Пусть стоит, ладно. А может на нем локи-блоки надо открывать? Ну-ка. Блин, спасите меня. А я не мог. Вот ваши алмазы. Нафиг они не нужны. Так, а может вот на этом надо было? Смотри-ка. Вот на этом. Вот все. Че? Зель, ты посмотри, что мне дал. У меня уже их 3 штуки. Так, давай дальше. Давай, это побыстрее как-то нужно открывать. Давай, 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 давай. Да подожди, что ты сразу что все начал? Ёп, первый театр. Ну теперь мы официально заявляем, что мы прошли Майнкрафт. Теперь это точно. Ну все, давай. Давай уже PvP. Ты что, смеешься? Я еще. У меня еще 17 штук. Гений. А, прикол, сервак завис. Я поздравляю. Нормально. У меня сервак завис. У меня нет. Так потому что ты всех убил. А, вот, сейчас отвис. Сейчас опять завис. Сейчас да, завис. Капец. Вот называется, понаставили своих тут столбов. Идиот. Черт, а? У меня опыт в воздухе летает просто. Да у меня тоже. Тут этого опыта охренеешь. Хотя вроде немного. Тут со мной знаешь, сколько его летает, блин? Не знаю, у меня сервак вроде нормально, вот у меня блок ломается. Ага, и ты сразу же... А ты у меня просто тэпаешься. Ё-моё. Вот чё ты сделал, а? А ты чё не сказал, что я невидимый? Так я думал, ты в курсе. Я нет. До сих пор отлагивает. Отношусь. Убери свои ботинки, из-за них лагает. А вот, всё, отлагало. Вот. Я их и не надевал. А, да? Так, ладно, теперь я ломаю. Подожди, сейчас все будет. Ой! Алмазный меч на 9,5 урона. На 19 даже, ну-ка. Знаешь, что мне выпало? Lucky Block называется оружие. Острота 3, гибель насекомых 1, отдача 1, добыча 2, прочность нюка. Нифига, это я тебя Lucky Block. Так, это теперь мое оружие. Это как так? Потому что у тебя теперь... ведь силы есть. А, ну ладно. Так, теперь я дальше открываю, ну-ка. Ты... Сейчас отдаю, не ссы. Так, что это? Plural Stick. Ну-ка, подожди-ка. Я придумал. Так, где моя кирка-то?
Сейчас смотри, что сделаем. Отойди, говорю. Смотри, что сейчас сделаем. Смотри, смотри. Сейчас будем крафтить. Смотри, смотри, что сейчас сделаю. Смотри, так, так. Ну-ка. Вот тебя просили, нет? Нет. Так, вот сейчас все, доламываю последние 14 вакибоков, прям вот так вот. Морковка. Зельки. Арбузы. Кирка. Так, не надо. Арбуз. Кролик. Штаны. Шоколадные. Листик еще. Это что такое? Плюрстав какой-то. О, такой же меч, как у тебя, кстати. Кость. Что за кость? Над. Ты посмотри на... Иди сюда. Ты где там? Ага. Я тебе сейчас просто скину посмотреть. Насмотри, на что кость зачарена. И выключи ты эти эффекты уже. От них лагает, знаешь как? Ага. Вот так. Дальше что у меня? Кирка. Оки сквит. Так, ну давай. Получается, сейчас будем ПВП. Я сейчас возьму все, что мне нужно. Так, так. Так. Игнат. Он так распаковал уже. Игнат. Игнат не дошел до своего. Так, ну-ка. Другой. Не дойдет. Ё-моё, ты не представляешь. Как, конечно, а чё, спать, антистресс, обнимайся с несколько. Слава, замуйся, пожалуйста. А что теперь без Игната? Гос. Так, ну давай, на раз, два, три, ты готов? Напиши в чат, если готов. Все, давай, на раз, два, три. Раз, два, три. Ты что, смеешься надо мной? А, нормально. Нет, ты посмотри. Так, давай без этих ботинок. Выруби, выруби, выруби. Выключи эти ботинки нафиг, сними. Давай, короче, без этих ботинок. Так, что у меня есть из брони? Все, да? Ну давай. Давай без... Вот. Давай мы... Возьми какой-нибудь другой меч. Вот. А, у тебя шлем, видимо, такой. Ну-ка, а шлем сними. Или яблоки не ешь. У тебя из-за яблок, видимо. Да-да-да, у тебя из-за яблок. Давай без эффектов, у меня их нет. Да подожди. Чего? Чё творишь, а? Вот. Эффект. Так. Да подожди ты! Ты дурак, нет? Вот еще раз такое сделаешь, получишь. Все, хватит бегать. Где там? Давай. Давай, на раз, два, три. У тебя есть другой меч? Возьми вот этот меч, который у тебя был. Так, ну ладно, сейчас подожди. Тогда да, я подальше отойду. Ты куда ушел-то? Куда ушел? Алло. Ну вот, опять сервак залагал из-за него. Мы, наверное, пацан, какую-нибудь музычку, чтобы было как-то повеселей. А вон он, ты посмотрите на него. Полез он, полез. Вылазь. Вылазь, сказал. А-а-а! Да, блин, нечестно, у тебя меч взрывает. У меня он так не взрывает. Да подожди ты!
Вот. Ну ладно, давай тогда сейчас врубай микрофон. Как бы. Счет в ничью, я считаю. Давай это. Попрощаемся уже. Время-то уже много, я думаю. Ты куда? Не обращайте внимания на посторонние. На заднем фоне разговоры. Вот ты посмотри на него, а. Так, ну вот давай на грибе. Блин, случайно, прости. Бля, надо на фоне чего-то красивого. Давай вот на фоне речки. Так, ну все. Пойдем. Пошлите, пошлите. И, кстати, меч выпал. У нас 6 урона меч, между прочим. Так, ну пошлите, давайте. С нашими секирами, так сказать. О, блин, они на F5 не помещаются. Ё-моё. Давай рядом. Еще подальше встань. Свои семья. А чё за мне за нагрудник Блюрал год чиспует? Ну ладно. Давай, давай уже, прощаем. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, заходите в нашу группу в Дискорде, заходите в нашу группу ВКонтакте, проявляйте там свою активность, добавляйте нас, друзья, в Дискорде, ВКонтакте. С вами был Славик Плоев, Андрей, комментируйте, ставьте лайки, ссылочка на канал Славик будет в описании. Всем пока-пока. Пока. Фух. Так, сейчас мы выключим.